Я приветствую вас на канале Алёнин сад, и в этом видео очень коротко о размножении зем клуники. Зем клуника существует уже давно, уже около 30 лет, но вот в последнее время, соответственно, с распространением интернета все больше о ней узнают люди, интересуются и хотят ее выращивать в своем огороде, саду. Но в связи с этим, с возрастающим спросом, появляются и, как обычно, такие люди не очень хорошие, шарлатаны, которые начинают продавать семена зем клуники. И я хочу сказать, что земклуника не размножается семенами. Изначально у нее нет такой функции, потому что земклуника – это гибрид. И уже все знают о том, что семена с гибридов собирать нельзя. Земклунику можно размножать только вегетативно, то есть делением куста и с помощью усов, новых розеток. Соответственно, если это так, то просто размножение земклуники происходит самым обыкновенным способом. Вот здесь вот у меня она растет. Показать вам ее усы мне хотелось бы. Вот усы, вот новая розеточка образовалась. И дальше все как у обыкновенной садовой земляники. Берем эту розеточку, отсаживаем на нужное нам место и просто ждем, когда она вырастет и даст урожай. Затем усы на следующий год, если они не нужны, нужно у нее обрезать. Усов она образует очень много. И либо выбрасывать, либо снова высаживать. Я надеюсь, что вы не совершите ошибку и не купите семена земклуники. Если вам понравилось мое видео, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал Алёнин сад. Всего вам доброго и до свидания.